Один из важнейших принципов успеха – никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Если даже прямо сегодня вечером у тебя есть хоть какой-то шанс это сделать сегодня, делай сегодня. Не откладывай на завтра, у тебя завтра освобождается время для новых возможностей и новых идей. Если ты освобождаешь время, у тебя освобождается мозг. У тебя освобождается время для того, чтобы ты творил, для того, чтобы ты придумал что-то новое. А если ты все на завтра будешь перекладывать, ты будешь постоянно занят, и как белка в колесе постоянно крутиться. Поэтому никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. У меня даже в семье бывает такое достаточно часто, что меня отвлекают, а потом сделаем, а потом я говорю, нет, давай сделаем сейчас. Сделаем сейчас, и завтра ты свободен. Завтра приходят новые возможности. Ты делаешь гораздо больше дел. Мое личное наблюдение, моя личная практика. У меня на рабочем столе постоянно лежит не на рабочем столе компьютера, а просто на моем кабинетном столе. Всегда лежит листок, на который я рукой записываю те пункты, которые нужно сделать. Каждый день я перечитываю пункты и вычеркиваю те, которые я уже сделал. Смотрю и еще раз перечитываю. И я вижу, что мне нужно сделать, а что я еще могу сегодня сделать. Я завел себе привычку каждый день из этого списка вычеркивать то, что было сделано. У меня такое удовлетворение. Ага, меньше, 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 больше я выполнил, меньше осталось сделать. Конечно, появляются новые задачи каждый день, когда ты думаешь, когда ты работаешь, когда ты общаешься с людьми, возникают новые задачи, которые нужно решать. Я его постоянно дополняю. И тут такое соревнование. Больше я напишу или больше вычеркну из этого списка. И это очень важно. Так вот, если ты будешь вести живой список на бумаге, это эффективнее, чем любая память или даже записи в компьютере. Важно, чтобы у тебя на столе лежал лист А4 или просто блокнот. И когда у тебя уже весь этот лист грязный, ты берешь новый. То, что ты не выполнил из предыдущего списка задач, ты переносишь в новый и дополняешь снова на чистом листе. И вычеркиваешь. И если меня лично начинает коробить, если я какие-то задачи из одного перенес во второй, из второго, третий, третий, они мне становятся назойливыми и надоедливыми. Это для меня вызов. В конце концов, с этой задачей надо справиться, расквитаться, чтобы забыть ее и зачесть ее в одну из своих побед. Записывай список задач, делай, вычеркивай и побеждай так, чтобы они у тебя были максимально выполнены. Еще раз, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сейчас, и освободить свое время, свои мозги, и для того, чтобы ты двигался и побеждал. Вырабатывай психологию победителя. Делай сразу.